Многие мои друзья или просто знакомые спрашивают, как правильно жрать плотву, чтобы косточки не застревали. Отвечаю, сейчас покажу. Вот это нам не надо, а вот это надо. Наливаем. Для смазки. Пьем. Ваше здоровье. Берем плотву. Плотва жареная. Переворачиваем. Отнимаем верхний плавник. Ложим. Отделяем верхнее мясо. Едим. Едим. Отделяем со второй стороны мясо. Хребтовое. Тоже едим. Можно отделять и так. И так. Съели. Косточки остались. Переворачиваем назад. Берем двумя пальцами за хребет. А центральными пальцами вовнутрь. Достаем. Вот так. И получается, хребет снят. Ложим. Едим вот это. Ага. Тут икра. Очень вкусно. То есть, обратите внимание, хребет целенький, все ребрышки на месте. Ложка нам не понадобилась, вилка тоже, только руки. И закусываем вот этой вот вкусной штучкой, вот эта икра. Повторяем. Наливаем. Угу. Закрываем. Берем плотву. Сверху на плотве лежит поджаренный лук. Сбрасываем его. Угу. Хотя тоже вкусный. Берем заплавник верхний, снимаем его, опять же двумя пальцами левой руки начинаем отделять верхнюю часть мяса на позвоночнике. Отделили, съели, быстро положили плотву назад, вытерли руки или пальцы, берем водовку или коньяк, но лучше самогон, как я в этом случае, и пьем. Ставим. Берем трупик рыбки. Отщепляем с хребта. Едим. Очень хорошо помогает в проталкивании лук жареный. Угу. Потом переворачиваем. Угу. Съедаем опять сверху. Да. Вот так. Угу. Возвращаем назад и указательным пальцем пытаемся внедриться вовнутрь. Тянем, 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 потянем, тянем, 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 тянем. Эх, красота, да? Ни косточек, ничего. Ложим назад, сюда. Угу. Это съедается. Икра. Тоже очень вкусно. Угу. Обалденно. С ребрышек не очень вкусно, но выбрасывать не будем. Съедим. Угу. С
съели. Ну вот, в принципе, все и понятно. Как сожрать плотву, не подавиться костями. Рекомендую произвести это все дома.